Россиянин погиб в исправительной колонии на Украине в результате пыток. Об этом заявил попред России в контактной группе по урегулированию на Донбассе Борис Крызлов. 1 февраля, передает ТАСС. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели 45-летнего россиянина Валерия Иванова. По данным следствия, смерть наступила от ударов тупым предметом, а значит, может иметь криминальный характер. Полпред России также подчеркнул, что смерть Иванова не случайный инцидент, добавив, что жизнь удерживаемых Киевом людей находится в опасности. Грызлов заявил, что российская делегация в контактной группе делает все, чтобы добиться возвращения незаконно удерживаемых Украиной лиц. По его словам, Иванов имел российское гражданство, он входил в список обмена пленными между Украиной и Луганской стороной. Но в 2017 году Киев вычеркнул его фамилию из списка. Донецк и Луганск свои обязательства выполнили, а Украина нарушила. Напомним, россиянин умер в Драгобычской исправительной колонии номер 40 во Львовской области 9 декабря 2018 года. Его тело доставили в конце декабря в Северодвинск Архангельской области. На Украине заверяли, что причиной смерти Иванова стал несчастный случай.